Анапа вышла на финишную прямую. Уже в эту субботу открытие курортного сезона. На оргкомитете последняя сверка готовности всех служб. Мы работаем в курортном городе. Открываем курортный сезон. К нам едет тот инвестор, от которого зависит наша дальнейшая работа в течение всего следующего года. Поэтому отнеситесь к гостям, приезжим, все, кто к нам приезжает, с чувством такого долга, что к вам приехали в гости. Чтобы они чувствовали все себя как дома здесь. А мы для этого все постараемся сделать. К открытию курортного сезона приурочены такие масштабные мероприятия, как фестиваль «Золотое кольцо Боспорского царства», театрализованное представление «Боспора царства умножая Гаргипия встречала корабли», которое пройдет в археологическом музее. Вечерний концерт с участием российских звезд на театральной площади. Главе Анапы докладывают, все организационные моменты решены. Проверено техническое обеспечение мероприятий. Особое внимание Юрий Поляков поручил уделить вопросам безопасности. Подготовка к открытию курортного сезона, по сути, началась еще с прошлого года. Коммунальщики все это время занимались благоустройством курорта. Были построены новые парки и скверы. Акцию «Зеленая Анапа», которую объявил глава города, поддержали сотни жителей. Высажены деревья и кустарники. Десятки тысяч цветов. Установлены новые детские и спортивные площадки. Приведены в порядок знаменитые анапские пляжи. Хочется сказать, что наш город с каждым разом, с каждым годом становится все краше. По сравнению с прошлыми годами, у нас появилось больше зеленых территорий, у нас разбили больше рекреационных парков, где могут люди отдыхать, где мамочки с детишками могут проводить свое время. Праздничные мероприятия начнутся с самого утра и охватят не только город, но и сельские округа. А вечером гостей и жителей курорта ждет концерт российских звезд, который завершится большим праздничным салютом. Руслан Душевский, Анапа, регион.